У вас никогда не возникал вопрос, зачем художники копируют реальность? Рисует человек натюрморт, например, яблоко, лежащее на столе. И старается изобразить его точь-в-точь, как оно есть на самом деле, по мере своих сил и умений. Но зачем? Яблоко, оно же и так существует, независимо от того, нарисовал ты его или нет. И ты всегда можешь его купить, положить на стол и увидеть. Зачем мы все время пытаемся скопировать то, что нас окружает? То есть помимо реального мира мы пытаемся построить еще один, воображаемый, и наполнить его каким-то своим смыслом. Я не знаю, может, это какая-то форма протеста у меня. Но когда я рисую натюрморт, мне хочется просто переставить вещи, нарисовать их какими-то другими цветами, чтобы нарисовать что-то отличное от того, что уже существует. Но при этом, чтобы оно все же было похожим на реальность. Короче, охота создать какую-то альтернативную историю. Наверное, так же действуют и писатели, которые создают свои миры на бумаге посредством текста. Вот эта потребность создавать новые миры, мне кажется, она есть у любого человека. Но не каждый может придумать способы выражения для создания своего собственного мира, вселенной. По-моему, я выбрала самый простой способ. Это, конечно, рисование. И, как ни странно, создание своих собственных миров помогает жить в этом настоящем мире. Вероятно, человек, создавая что-либо, примиряет себя с несовершенствами своей жизни. На какое-то время забывает о том, что он чем-то недоволен. Адаптируется к среде. А как вы создаете свои миры?